Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр, канал Академии Счастья. Продолжаем тему улучшения качества жизни и о том, как быть счастливым и здоровым. Сегодня поговорим о том, как помочь своим близким. Об этом заинтересован, наверное, каждый человек. Потому что, когда смотришь, бывает, на своих родных, друзей, маму, папу, дочь, сын, там, близкие, друзья, то есть хочется что-то сделать, чтобы у них было тоже хорошее состояние. Вот, и когда это не получается, начинаешь расстраиваться, бывает, винить себя, что не сделал то, что мог сделать. Вот, и в этом состоянии, конечно же, жить довольно сложно. Вот, чтобы помочь близким, важно прежде всего их желание, то есть их запрос. То есть, когда они приходят и просят помочь, это уже первый шаг. Второй момент – это их действительно искренняя возможность взять ответственность за свое состояние. То есть не просто помоги, сделай что-то за меня, а чтобы вместе, да, то есть помощь — это как усиление, то есть сделай меня более мощным. И вот таким образом происходит процесс исцеления, то есть когда один человек вместе с другим объединяется, и один помогает другому, то есть делает его более мощным. Это как раз и происходит в сессиях процессинга. То есть когда ко мне обращается человек, я спрашиваю, вы хотите что-то сделать с этим, то есть исцелиться? Если человек отвечает утвердительно, я вижу действительно его намерение, тогда я помогаю ему. То есть мы делаем сессию, и я как бы усиливаю его намерение за счет своего. То есть я помогаю ему понять лучше себя, убрать негативный заряд, убрать то, что у него включается. То есть помощь – это как раз усиление, то есть делать более мощным. И в этом плане это возможно для каждого человека. То есть почему это происходит? Потому что мы можем вместе объединяться. То есть чем больше на самом деле людей объединяется с общим намерением, тем быстрее оно срабатывает. И вы можете это заметить. То есть если мы сейчас создадим благостное намерение, что на нашей планете, на Земле происходит процесс исцеления, да, люди перестают болеть, то есть умирать, они начинают жить счастливой, радостной жизнью, питаться растительной пищей, здоровой, да, то есть переходят на самом деле на вегетарианство, потому что пища, по сути, человеку, ну, в ней нет необходимости как таковой, то есть это просто как вещество, которое стимулирует у нас определенные функции, но воспринимается как наркотик, да, то есть потому что мы не можем без пищи. Вот, то есть от нее очень сложно отказаться, и бывает даже гораздо сложнее, чем от тяжелых наркотиков. Вот, и поэтому важно понять, что мы живем в обществе, которое, ну, скажем так, не всегда действует правильно. То есть нас пытаются разъединить какие-то силы, вот, и то есть создать какие-то препятствия. Вот одно из них это вот, например, заражение людей вирусами, да, то есть и управление таким образом ими. Вот. И что мы можем сделать в ответ? Да, мы можем быть честными, ответственными, мы можем справляться со своим состоянием, то есть убирать те негативные вещи, которые есть у нас, то есть негативные заряды, можем увеличивать свою ответственность, осознанность. То есть чем она выше, тем лучше мы можем справляться с жизнью. Вот в этом весь кайф. И поэтому я создал Академию Счастья для того, чтобы каждый мог улучшить свое состояние. В этом вся суть. То есть суть в том, что если человек осознанный, он хочет улучшать свое состояние, он будет это делать. То есть любыми способами. Читать книги, делать упражнения, ходить, купаться там в водоеме, да, то есть закаляться, делать практики медитации, процессинга, улучшать каким-то образом свое состояние. То есть все это возможно. Самое главное – это ваше желание. То есть если оно есть, то вы можете смело написать мне, я сделаю бесплатную консультацию, вот, а потом сделаем сессию. То есть консультация идет в течение 15 минут, я отвечаю на вопросы, рассказываю что да как, вот, помогаю вам, ну, скажем так, лучше понять себя, принять решение. Дальше мы делаем сессию. Вот, сессия занимает до 2 часов, и сессия уже происходит за оплату онлайн. То есть онлайн мы созваниваемся с вами в удобное для вас время, предварительно говорим, и делаем сессию. Во время сессии я помогаю вам убрать тот заряд за счет перепроживания. То есть тут нет какого-то гипноза, нету каких-то воздействий, типа как в НЛП. Тут есть чистый процесс самоосознавания. Вот, и в этом процессе вы можете улучшать свое состояние. То есть я просто как проводник помогаю вам пройти через это. Вот в этом моя суть. То есть я уже занимаюсь процессингом около 20 лет. Это пошло из дианетики, саентологии. То есть Рон Хаббард был разработчиком первоначально. После этого появилось множество других дополнительных, скажем так, течений авторов постсаентологии, да, то есть другие процессы. Но суть в том, что это движение вперед, движение шаг за шагом, которое помогает каждому духовному существу стать осознанным, то есть стать чистым. То есть есть даже такое понятие, как клир, человек, который очистил свой ум от негативного заряда. Вот я стал клиром уже довольно давно, еще в 2002 году, и я понял самую важную вещь, что когда берешь ответственность за свое состояние, ты можешь урегулировать его. Вот. И каким бы сложным оно ни было, я проходил через очень сложные вещи, хочу сказать, то есть, и было действительно очень, ну, сложно принять это, да,
Но в результате все равно не остается ничего другого, как пройти через это и принять, потому что это процесс жизни. И этот процесс, он помогает нам улучшить состояние и понять, что нет ничего такого, через что мы не можем пройти. То есть просто наша цель – это справляться и улучшать состояние. Вот к этому я и, как говорится, вас приглашаю. Сейчас можем сделать небольшую сессию, посмотрите, как это работает. Сядьте в удобном месте, закройте глаза и настройтесь, создайте пространство для сессии. Ощутите себя, свое тело в этом пространстве, наполните его любовью. Посмотрите, есть ли в этом пространстве что-то, что отвлекает вас, мешает, раздражает, вызывает негативные эмоции. То есть это то, что мы называем негативным зарядом. Он воздействует на тело в виде давления, какое-то ощущение, эмоции. Вот и дальше двигайтесь в это состояние, проработаем его. То есть ощутите, откуда оно приходит, и посмотрите, что это за заряд. И дальше двигайтесь в этот случай, перепроживите его, ощутите, что там есть, какой там есть заряд. Вот. И дальше двигайтесь, то есть один раз, второй раз, третий раз. То есть путем перепроживания рассматривайте его как есть. Когда почувствуете облегчение, это значит, что с этим случаем можно закончить. Если облегчение не наступает, например, ну, состояние усиливается, двигайтесь к более раннему подобному случаю, тоже проработайте его. И таким образом вы ощутите облегчение, исцеление, и ваше состояние улучшится. То есть мы двигаемся все глубже внутрь, то есть не плаваем наверху, а двигаемся глубже через состояние, проходим их, проходим и убираем негативные заряды. Вот таким образом это все работает и происходит. То есть если какие-то у вас появляются вопросы, можете написать их в комментариях или мне в личные сообщения, мои контакты будут указаны под этим видео. Вот, завершаем мы сессию тогда, когда вы почувствовали облегчение и чувствуете, что заряда больше нет. То есть ваше пространство очистилось, оно стало чистым, таким ясным. После этого, как оно очистилось, еще раз наполните его любовью, чтобы оно было наполнено вот этим светом безусловной любви. Также эти сессии можно делать из состояния источника, да, то есть все определенного состояния, когда вы соединяетесь с источником и обращаясь к нему, да, вот из этого состояния производите исцеление. Это работает быстрее, эта методика используется и в процессинге, и в тета-хилинге, и в других методах. Ну вот, по сути, что такое тета? Да, тета – это состояние, ну, скажем так, высшей гармонии, да, и в саентологии есть слово тетан, да, то есть это то духовное существо, которое, по сути, является изначальным вы, то есть то, что руководит, это как сознание. И вот в этом состоянии, когда вы чувствуете себя как сознание, то есть оно приходит через практику осознанности, через практику медитации. И в этом состоянии вы можете управлять собой, управлять пространством, управлять Вселенной. То есть вы можете делать все, что вам хочется. То есть можете создавать ум, рассоздавать его. Вот таким образом это работает. И это мы делаем в сессии. Поэтому если вам эта тема интересна, то, конечно же, пишите мне, будем общаться, я открыт к общению. Вот. Если видео понравилось, конечно, ставьте нравится, подпишитесь на мой канал, добавляйте друзья в соцсетях, поделитесь этим видео с вашими друзьями и поставьте отметку нравится и колокольчик для напоминания новых видео. Также я провожу обучение процессингу, кто хочет научиться, то тоже смело пишите, вот, и буду рад вашему общению. Вот. Провожу также курс достоинства ЦСС личности, который помогает стать осознанным, целостным и убрать проступки и утаивание в жизни. Курс преодоления подъемов и спадов в жизни, чтобы вы могли справляться с американскими горками, быть осознанным, счастливым и радостным. Вот. Также есть программа очищения, которая помогает человеку убрать те токсины в теле, которые накопились, перейти на здоровое растительное питание. То есть она состоит из вот, приема витаминов, минералов, легкого бега, и основной этап проходит в сауне, вы потеете и вы потеваете все негативные токсины. Таким образом тело очищается и чувствуете себя после программы как новое, как заново родившимся. Вот. Также в описании есть две моих книги. Это «Миры вечного познания», о том, как создавать свои вселенные. Вот. И «Полное исцеление». Это о практике процессинга. Можете их скачать по ссылкам в описании, прочитать. Там есть ознакомительная часть, примерно 1/3. Ну и 2/3 уже можно скачать там на сайте Litres.ru. Кто с Украины, используйте VPN, потому что этот сайт, ну, почему-то до сих пор блокируется. Вот, я не знаю, когда будет разблокировка, но пока что используйте любой сервис VPN, который помогает обойти все эти блокировки, которые, на мой взгляд, никому не нужны. Вот, ну, конечно же, буду рад вашему общению, то есть, если какие-то вопросы, обязательно пишите, задавайте их в комментариях или в личных сообщениях. Вот сейчас на экране появится еще парочка видео, посмотрите их, это о том, как изменить судьбу на примере родового инцидента, потому что он зачастую заряжен у людей, и также
видео о практике процессинга, это демо-сессия, можете ее посмотреть и поделать дома самостоятельно. Вот, мой сайт, заходите в гости, там много материалов интересных, и статей, и видео. Вот, подписка на мой канал, подписывайтесь, буду рад вас видеть. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, это проект Академии Счастья, и всего вам доброго, друзья, до скорой встречи.